этом году уже 10 команд принимают участие в турнире. Среди них есть старожилы, например, команда Франции, с которой вообще турнир начинался, и которая в этом году принимает участие четвертый раз из четырех возможных. И есть новички, это Гонконг, Малайзия и Великобритания, которых мы тоже очень-очень ждем. Всех ждем. Никого не обману и на полуфинал, и на финал приходят франкофоны, те, кто в Альянс Францез ходят и долго, и недолго, просто любители спорта, просто любопытствующие. В прошлом году на финале был представитель консульства Франции, вице-консул. Я надеюсь, что в этом году мы усилим нашу делегацию. Даже когда ехали на турнир в первый раз, не представляли себе масштаба и вот насколько это будет замечательная организация. И это был постоянный восторг, потому что когда они впервые увидели Новосибирск, даже не представляли себе, насколько это большой город. Вот, и для них это стало очень таким приятным сюрпризом. И вообще то, что телевидение, то, что здесь так любят волейбол, для них было очень приятным сюрпризом. Мы по-прежнему, вот спустя уже год, сохраняем общение, поздравляем друг друга с праздниками, с днем рождения. Это очень здорово, это бесценный опыт, благодарна лиге и командам, что вот я стала частью турнира. Волейбол, он всегда, всегда каждая игра, она какая-то новая, новая история, новая, новый расклад, новый ход игры. Не бывает одинаковых матчей, уровень игроков растет, команды меняются, состав меняется. Так что всегда непредсказуемая концовка, то есть всегда непросто. О, вы знаете, когда это было первый раз, это было, да, необычно, особенно когда мы проиграли в финале, это было тяжело, потому что когда ты, одно дело, когда ты просто играешь в волейбол, да, когда у тебя нету там столько болельщиков, там, камер и так далее, а тут ты играл там в финал, и ты выходишь там образно на подачу и понимаешь, что вроде надо подать, а можно же ошибиться, может там облажаться и так далее, да, то есть когда мы играли второй год подряд, ну, это уже не смущало, то есть ты к этому привыкаешь, то есть ты уже понимаешь и знаешь, что ты хочешь, поэтому, может быть, в этом и есть как бы заслуга, то, что мы выиграли, потому что уже один опыт был. Как будет в этом году, посмотрим. Where?